Здравствуйте, в эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло во вторник, 10 июля. В студии работает Андрей Тен, это коротко о главных событиях. Жители поселка Заречный отказываются платить увеличенный тариф за холодную воду. По словам сельчан, услугодатель поднял цены необоснованно. У коммунальщиков другая правда. Карагандинские железнодорожные тупики полностью загружены углем. Горожанам советуют не тянуть с покупкой топлива на зиму. Эту тему обсудили на аппаратном совещании в областном акимате. Снова за парты. В трехдневном семинаре принимают участие акимы сельских округов, заместители акимов городов и районов, а также специалисты центров занятости населения. И теперь подробнее об этих и других событиях. Жители поселка Заречный отказываются платить увеличенный тариф за холодную воду. По словам сельчан, услугодатель поднял цены необоснованно. У коммунальщиков другая правда. Они заявляют, жители поселка питьевой водой поливают огороды. В ситуации разбирался наш корреспондент. 150 тенге за человека. Именно столько совсем недавно стоила холодная питьевая вода в поселке Заречный. Однако с июня сельчанам придется платить почти в два раза больше – 383 тенге с человека. Цену эту установил владелец скважины, хозяин фирмы «Промсервис». Жители поселка заявляют, что предприниматель намерен нажиться на воде. На огороде поливали. За скот поили. Счетчиков этих не было и никогда не было проблем с водой. Сейчас же пришел этот Василий, проблема с водой. Вы огород не поливаете, я вас оштрафую. Вы это не делаете, фабрику он отключил. Фабрику нельзя отключать, там птица сидит, мы там работаем. Это мнение жителей, которые, конечно же, не намерены платить лишние деньги. Аким Уштубинского сельского округа Ельтай Саргизов объяснил точку зрения услугодателя. Оказывается, тариф на воду повышается только для тех, кто не установил счетчики. И для этого есть своя объективная необходимость. У нас сейчас, согласно законодательству, ведение личного подсобного хозяйства, у вас есть 25 соток у каждого. Пробурить без 20 метров и взять техническую воду, поливать огородом, сейчас это каждому по силу. Ну правильно, если это питьевая вода, когда вы поливаете ее огороды, открыли свои краники, и она течет бесконтрольно, тогда обидно, потому что питьевая вода уходит. Питьевая вода предназначена, вот сейчас человек говорит, она наружная. Какая она наружная? Она глубиной 110 метров под землей, мы ее качаем 9 километров сюда на башню и подаем вам питьевую воду. Вы сейчас посмотрите, какая она чистая, это питьевая вода. Ее только используют для питьевых хозяйственных нужд. Ситуация прояснилась. Коммунальщик хочет сэкономить драгоценную чистую воду, а сельчане не хотят отказываться от дармовой поливочной воды, как во времена развитого социализма. Между тем стало известно, что для тех, кто установил счетчики, тариф на воду снизится до 84 тенге. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тен, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. Карагандинские железнодорожные тупики полностью загружены углем. Горожанам советуют не тянуть с покупкой топлива на зиму. На очередном аппаратном совещании о ситуации с поставками угля для коммунально-бытовых нужд доложил заместитель акима Карагандинской области Алмаз Айдаров. Совещание по вопросам поставок и добычи твердого топлива состоялось в Караганде. По его итогам утверждены графики и объемы угля. В этом году ожидается увеличение объемов добычи твердого топлива. Только в бассейнах Шубаркуль-Комер планируют добыть около 5 миллионов тонн угля для коммунально-бытовых нужд. В прошлом году добыли чуть менее 4 миллионов тонн. Кроме того, проверено состояние всех железнодорожных тупиков, произведена инвентаризация. Уголь уже торгуется по всем средствам массовой информации, цена, точки продажи, они все были доведены. Вот теперь по аналогии с городом Караганда, оставшиеся 23 тупика нашей области, до завтрашнего числа мы акимам поручали, чтобы они обеспечили как минимум 50% загрузки угля, чтобы с населением работали, уже торговлю вели. Отдельно по социально-коммунальным предприятиям, социально-коммунальным объектам нашей области Анатолий Валерьевич, мы отработали, у них график загрузки до 1 октября, они должны полностью тоже закупиться. Глава региона Ерлан Кошанов поручил держать этот вопрос на контроле. Также он поручил акимам городов и районов вести работу с населением для того, чтобы избежать ажиотажа с покупкой угля осенью.
В Карагандинской области участились несчастные случаи на водоемах. Эта тема также не обошла стороной аппаратное совещание в областном акимате. Заместитель акима области Анатолий Шкарупа сообщил, что с начала этого года в регионе утонули 3 детей и 6 взрослых. Все несчастные случаи произошли на водоемах, не предназначенных для купания. В качестве одной из профилактических мер он предложил обучать детей в школах правилам поведения на воде. Иван Жиканович, вот по профилактике, все-таки мы большое внимание уделяем вопросу по безопасности прохождения купального сезона, но профилактика должна вестись не только в начале купального сезона, я хотел обратить внимание наших акимов, но и в течение учебного года мы должны заниматься с нашими детьми. Из 7 погибших 4 – это несовершеннолетние, это плохая статистика, это недопустимые моменты, и мы должны отрабатывать именно по поводу обучения наших детей плаванию. Вот здесь, в этом отношении, у нас, я вижу, что есть определенная недоработка, на которую нам необходимо обратить внимание. Аким области Ерлан Кушанов поддержал эту инициативу. Кроме того, он поручил усилить патрули у водоемов в выходные и особенно жаркие дни, а также активнее вести разъяснительную работу с населением. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Обсуждения в областном акимате были вызваны участившимися происшествиями на воде. Только за прошедшие дни в области утонули 6 человек, среди них 3 подростков. За купальный сезон текущего года на водоемах области погибли 15 человек. Будьте осторожны на воде, не заплывайте за буйки! 6 происшествий на воде со смертельным исходом за 5 дней. Подобная тревожная статистика вызвана безалаберным отношением людей к собственной безопасности. Все случаи произошли в необорудованных для купания местах. Половина утонувших – подростки 2001, 2002 и 2004 годов рождения. Необходимо отметить, что чаще всего несчастные случаи фиксируются в местах, запрещенных для купания. Основные места гибели людей – это неконтролируемые водоемы, искусственные водоемы, плотины, реки. Основной причиной гибели послужило купание в неприспособленных и неконтролируемых для этого местах. 9 июля купание на Самаркандском водохранилище чуть не обошлось трагедией для еще 2 человек. Однако их сумели вовремя спасти. При наблюдении за акваторией была замечена девушка 1993 года рождения, которая находилась в воде в бессознательном состоянии. Спасатели доставили женщину на берег, где ей была оказана первая доврачебная помощь. Второй случай на Самаркандском водохранилище произошел несколькими часами позже. Дежурному спасательного подразделения поступило сообщение о том, что в районе зоны отдыха «Солнечная лагуна» Самаркандского водохранилища парень терпит бедствие. Парень также был извлечен из воды и доставлен на берег. В медицинской помощи не нуждался. Помощь спасателей пригодилась и 2 заблудившимся в горах Каркаролинского национального природного парка. Семейная пара, возвращаясь из самостоятельной экскурсии от озера Шайтанколь, свернула с тропинки, желая сократить дорогу. Молодые люди больше часа бродили по лесу, надеясь самостоятельно отыскать обратную дорогу. Их попытка не увенчалась успехом, и отдыхающие позвонили в службу спасения по номеру 112. По истечению 1 часа интенсивных поисков спасательная группа нашла заблудившихся. Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности, а также оставаться бдительными во время отдыха. Тохжан Лянова, Шалкар Алтынбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них 3 дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. О
Продолжаем выпуск. Снова за парты. В экономическом университете стартовал семинар для 400 человек по обучению и механизмам программы продуктивной занятости и массового предпринимательства. В трехдневном семинаре принимают участие акимы сельских округов, заместители акимов городов и районов, а также специалисты центров занятости населения. Управлением координации занятости населения и социальных программ Карагандинской области подобные семинары проводятся ежегодно. Обучение организовано с целью успешной реализации программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы. В текущем году, чтобы больше узнать о механизмах программы, за парты сели 406 человек. Это акимы сел, городов и районов, их заместители, а также специалисты центров занятости населения. Основная задача семинара – значит, довести до слушателей основные изменения, саму программу, правила реализации программы. Участники семинара отмечают его несомненную пользу. Они уверены, что впредь работа с населением станет продуктивнее благодаря знаниям, которые специалисты различных ведомств приобретают в ходе семинара. На этом семинаре принимают участие те, кто именно работает с населением. То есть это центры занятости, акимы сельских округов, которые непосредственно могут задать те вопросы, которые реально стоят перед населением. Очень много вопросов касательно обучения вот именно в нашем районе, потом согласно кредитованию. Вопросы хорошие, и в принципе все мы ответы получаем от представителей как колледжей, так же и от финансовых учреждений. Обучающий семинар продлится 3 дня. По завершении участникам придется пройти тестирование, чтобы закрепить полученные знания. Каждому из участников семинара будет выдан сертификат. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Стрельба из пистолета Макарова и автомата Калашникова АК-74, вождение основного танка Т-72, управление огнем гаубицы и миномета. Более 300 спортсменов военной кафедры технического университета приняли участие в полевых сборах, которые прошли на территории учебного центра «Спасск». Орудие! С гаубицей Д-30 умело управляется артиллерийский расчет, который состоит из студентов военной кафедры Карагандинского государственного технического университета. Двухнедельные полевые сборы предназначены для того, чтобы студенты в полной мере овладели необходимыми навыками, а также приобщились к тяготам и лишениям военной службы. Начальник военной кафедры университета заявил, что снабжение довольствием, вещевым и инвентарным имуществом полностью соответствовало армейским нормам. Мы с вами находимся в учебном центре «Спасск», где курсанты военной кафедры КРГТУ, которые еще вчера присягали на верность Родине, сегодня выполняют учебные боевые стрельбы из артиллерийских орудий и минометов. Огонь ведется штатными боеприпасами из гаубиц Д-30 и 120-миллиметровых минометов ПМ-38. В ходе стрельбы курсанты показывают высокую выучку в умении ведения и корректирования огня. А это уже танковый полигон. Здесь студенты демонстрируют навыки вождения и стрельбы из танка Т-72. Организаторы обучения отмечают, что в такой обстановке от студентов требуется концентрация морально-психологических и волевых качеств, хорошее здоровье и, главное, большое личное желание. Мы изучили военное дело, тактическое применение танковых подразделений. Также за последние 40 дней на военных сборах мы прошли вождение, а на данный момент проходим стрельбу из танков Т-72, которые сейчас находятся на вооружении Республики Казахстан. Я очень рад тому, что я поступил на военную кафедру. В будущем, как и мой дядя, я желаю стать хорошим офицером моей страны. Преподаватели военной кафедры заявляют, что практически каждый студент изъявил желание поступить на военную службу после окончания университета. Среди заканчивающих военную кафедру студентов, которые впоследствии получают звание лейтенанта запаса, немало желающих остаться служить в рядах вооруженных сил Республики Казахстан, которые согласны продолжать дальнейшую службу на должностях командира взводов, заместитель командира подразделений по вооружению. Согласно своей специальности. По итогам сбора все студенты успешно прошли итоговую аттестацию по своим специальностям. Военно-полевые сборы в университете являются обязательной ежегодной практикой для будущих выпускников.
Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Еще одно благодарственное письмо спортсмену Ержану Шинкееву вручили представители фонда «Кокберек Керней Баба». Наша съемочная группа побывала в гостях у «Казахстан Барысы» и побеседовала с родными спортсмена. Спортсмен Ержан Шинкеев с гордостью демонстрирует свои награды. В этом уголке собраны самые главные. Золотой пояс турнира «Казахстан Барысы 2018», трофей «Тайтуяк» и ключи от квартиры, которые борцу вручил лично глава региона Ерлан Кошанов. Сегодня в Доме чемпиона еще одна радость. Поздравить Ержана с долгожданной победой пришли представители его рода Керней, основавшие общественный благотворительный фонд «Кокбюры Керней Баба». Алғысхат. Еліміздегі қазақ күресінен өтіп жүрген ең мәртебелі «Қазақ барысы 2018» сайысында «Қазақ барысы» атанып, Көкбөрі Керней бабамыздың және өміріміздің мәртебесін көтеріп, төрткіл дүниеге танытқан үшін Ержан Шынкеев Көкбөрі Керней баба қоғамды қайырымдылық қоратынан марапатталады. Отец Ержана Шинкеева отмечает, что в их роду было множество палуанов. Видно, как моральная, так и физическая сила у прославленного спортсмена от его предков. Для всей семьи спортивная карьера Ержана давно стала поводом для гордости и всеобщей радости. Мама борца Гульсум Шинкеева рассказывает, что бои сына никогда не смотрит. Это слишком волнительное зрелище для хрупкого материнского сердца. Я всегда переживаю за сына. Никогда не хожу на его состязания, потому что боюсь. Не могу смотреть его бои и по телевизору. Я могу посмотреть повтор боя только после того, как его объявляют победителем. Когда Ержан уезжает, я всегда прошу его быть осторожным. Заслуженный тренер Сабен Алькеев – один из тех, кто помнит Ержана Шинкеева мальчиком, который делал первые шаги в спорте. По словам тренера, в светлое будущее спортсмена верили уже тогда. Ержан относится с уважением и к младшим, и к старшим. Будучи воспитанником детско-юношеской спортивной школы, он уже приковывал к себе внимание. Первым его потенциал в Казакшакурес разглядел тренер Кайрат Омаров. Сегодня Ержан доказал всем, что он лучший. Я считаю, что на этом он не остановится. Надеюсь, ему предстоит покорить и мировую арену. Сам Ержан Шинкеев отмечает, что его путь к долгожданной победе был тернистым. В «Казахстан Барысы» я участвовал пятый раз, занимал вторые, четвертые, пятые места. В этом году удача все же мне улыбнулась. Мы, в отличие от Ержана, склонны думать, что триумф на Барыс-арене – это неудача, а плод упорного труда, долгих тренировок и полной самоотдачи. Нельзя не отметить, что до Ержана Шинкеева ни один карагандинец не поднимался на первую ступень пьедестала турнира «Казахстан Барысы». Сегодня Ержан продолжает свои тренировки и готовится к участию в следующих этапах. Во всех начинаниях 33-летнего спортсмена поддерживает его супруга. Они воспитывают дочку и сына. Алмаз пошел по стопам отца и начал заниматься дзюдо. В этом году на областном первенстве мальчик завоевал первое место. Тохжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» вновь потерпел поражение. В прошедшие выходные на своем поле он проиграл уральскому «Акжаику» со счетом 1-2. На сегодня «Шахтер» находится на предпоследнем 11-м месте турнирной таблицы. История личных встреч карагандинского «Шахтера» и уральского «Акжаика» насчитывает 22 игры. Статистика взаимоотношений такова: на счету горняков 17 побед. Три раза праздновали успех западноказахстанцы и два раза команды расходились миром. Общая разница мячей – 40-14 в пользу карагандинцев. Однако статистика не помогла карагандинцам в очередном противостоянии. На стадионе «Шахтер» поединок завершился победой гостей со счетом 1-2. Единственный гол в составе нашей команды провел Дамир Каишевич. За гостей отличились Малик Мане и Мирам Сапанов. Исполняющий обязанности главного тренера горняков Андрей Финонченко заявил, что в команде хромает реализация моментов. И, конечно, проигрывать дома при родных болельщиках, и плюс столько неудачных матчей, и никак мы не можем с этого положения выйти.
Поэтому будем работать дальше, что-то менять, чтобы подниматься в турнирной таблице. А вот соперники более чем серьезно готовились к матчу. Шахтеру ничем не удалось удивить команду «Акжаик». Шахтер вас чем был? Нет, мы готовились, мы знали, что «Шахтер» будет доминировать, «Шахтер» будет играть средними длинными передачами, контролировать мяч, но мы знали, что он будет, мы знали, что мы найдем у них свободные зоны в краях, и я думаю, что у нас это получилось, и мы забили 2 гола именно так, как мы готовились. Следующий матч карагандинская дружина проведет 14 июля в Астане. Соперником карагандинцев станет столичная команда. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания.